Снегопад в областном центре – это круглосуточная работа коммунальных служб и приемного покоя в больницах. С самого утра в областную больницу доставлено около 20 человек с травмами. Спасатели и уборщики уже несколько дней как перешли на усиленный режим работы. В целях профилактики гололеда в Актау сегодня автомобильные пешеходные дорожки посыпаны 45 тоннами песка и 22 тоннами соли. Коммунальные службы в первую очередь провели работы по засыпке песчано-солевой смеси в опасных зонах, на спусках и подъемах. На автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов проводятся работы по засыпке 3 тонн песчано-соляной смеси. 16, 17, 18 в связи с резкими изменениями погоды подрядными организациями в усиленном режиме проведены работы по очистке центральных дорог. В мероприятиях задействовано около 20 единиц спецтехники. На сегодняшний день объем рассыпленного инертного материала составляет 249 тонн. Были засыпаны спуски на центральной дороге, в усиленном режиме проведены работы по профилактике дорожной безопасности. В ближайшие сутки территория Мангыстауской области будет находиться под влиянием проходящих атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидается выпадение осадков преимущественно в виде снега, гололед. В центре региона синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха составит 0,5 градусов. На северо-востоке области температура понизится до минус 10 градусов, днем до минус 2, плюс 3 градусов тепла. На севере области ожидается 5 градусов мороза. В городе Актау 21 февраля переменная облачность. Ночью и утром осадки, дождь, снег, гололед. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла. 22 февраля сохранится неустойчивый характер погоды. На севере, востоке области ожидается снег. На западе, в центре области ожидается туман. Небольшое понижение температуры воздуха ночью 5-10, на северо-востоке области 15 мороза, днем 3 мороза, 2 тепла. Сегодня в приемное отделение областной больницы прибыли 13 человек, получивших травмы в результате гололеда. Все они вернулись домой после оказания им первой медицинской помощи. В целом, в связи с снегопадом в больницу обратились 73 человека. Айжан Сабитхазы, Медет Миндубай, Дидар.